Привет, зритель. Когда я его собирала, она так им заинтересовалась. Потом я ее туда запихнула. Она посидела, вылезла. Ну, ща пока никак. Ну, мы будем надеяться, что все-таки будет как. Кошка, у тебя есть новый домик. Во! Во-во-во! Она сама туда залезла. Все. Я надеюсь, ты в нем спать будешь. И когда хозяин спит, ты тоже будешь спать. Я не против, если ты будешь спать не только тут, но и со мной, но лучше будет, если ты вместо того, чтобы хулиганить. Это веревочка, это, по ходу дела, какая-то запчасть мышки. Из Мышкина привезенная. Из льна сделанная, до хрена дорогущая мышка. Когда-то я мамина подруга вроде как хотела в сувенир или еще кто-то. Короче, кто-то меня попросил сувенир. Я привезла, а сувенир потом мне не нужен был. Одна из маминых подруг. Так, вон там есть подушечка. Она такая тоненькая, ну, кошки хватит. Он, кстати, такой, очень даже добротный домик. Он из этого, ну, примерно из того же, что вот это, только без облицовки. Там еще есть моточки, но их попозже обозрю. Я вчера немножко начала снимать. Нет, еще не все шмоточки пришли мои. Я не сразу врубилась, как это его скрутить, потому что инструкция такая интересная. Но потом все-таки до меня дошло. Риска. Смотри, я этой фигней фигню. О. Пока еще не дошло, что с этим делать, да? Не дошло, что с этим делать. Я думала у кровати поставить, но оно как бы, ну, не совсем вписывается под полочку. Думала, пианино в самый раз. Потом, может, соображу, что, может, ту табуреточку сюда передвину, а туда поставлю, по балкону эту фигню. Коська. Домик у Коськи. Ну-ка, я тебя попробую посадить на этот самый. Во. Ну да. Бумажка интереснее, да? Мусорщица мелкая. А это коробка из-под него. Ладно, зритель, пока тебе шури. Да, кучка белья, которую мне надо бы погладить. Ну ладно, посмотри, как она играет. Еще не совсем пока. Вообще-то хозяин дико хочет есть, но вместо того, чтобы покушать, сначала тебе домик кошка собрал. Обормушка. Это, наверное, ролик для любителей кошечки. Кошка! Алиска. Надо бы тут проубираться, пропылесосить. Завтра высплюсь, может быть, займусь. Пока, зритель.